80 сотрудников компании рискуют остаться без работы. Люди обслуживают 5 автозаправок по всему городу, которые относятся к собственности компании «Возрождение Горл Петролиум» и «Сити Ойл». Один из участников общества, Алина Гордиенко, подала заявление о мошенничестве. Якобы из собственности компании была незаконно выведена недвижимость стоимостью в 16 миллионов рублей. По решению первого заседания суда счета «Возрождение Горл Петролиум» и «Сити Ойл» арестовали. Но областной суд постановление отменил, и дело вновь ушло на рассмотрение в Ленинский районный суд. Мы просто делаем вывод, что здесь Алина Леонидовна добивается просто парализации деятельности компании, а не вовсе не борется за свои какие-то права. Гражданку Гордиенко представляет следователь Филипп Адегов, который настаивает на аресте корпоративного имущества и заморозке счетов компании. Прояснить свою позицию журналистам он отказался. У следственного управления все будут комментарии. Вы как представитель? Нет, представитель у нас есть официальный следственный управление. Вот у него и спрашивают. Я следователь. То есть вы не будете давать комментарии? Нет. Ходатайство об аресте имущества суд отклонил. Теперь представители компании будут добиваться закрытия уголовного дела как необоснованного, а заявители могут обжаловать решение суда в течение 10 дней. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, «События».